Накачала пресс, накачала попу, накачала грудь, накачала губы, но мужчины не обращают внимания, что делать. Фух, главное сейчас не сдуться. Попробуйте почитать Достоевского, Булгакова, не знаю, попробуйте просто почитать. Если не поможет, тогда план Б. С такими вложениями план Б единственно верный. Не замужем, отношений нет. К 35 годам столкнулась с проблемой выбора. Что посоветуете? Я посоветую вам шицу или тойтерьера. Кошек не надо. Неприятные запахи, беспорядок. Это существо, вечно лежащее на диване, просящее есть. И берите сучку, ну, если хотите внуков. Удачи! В следующем выпуске. Люблю одного, хочу другого, выхожу за третьего, рожаю от четвертого. Я ненормальная или разносторонняя?